Супергрузовик. Привет, Лили. Смотрю, ты просто выбилась из сил, пытаясь уложить детишек спать. Давайте же, ребята, вам нужно отдохнуть перед завтрашним путешествием на гоночную трассу. Ой-ой-ой. Вот так! Наконец-то получилось! Вот беда! Малыш Том все еще не спит! Может быть, если ты выключишь свет, Лили, малыши успокоятся? О, нет! Лили, думаю, это работа для супергрузовика. Карл, Лили нужна помощь супергрузовика. Она присматривает за малышами, а они не хотят укладываться на дневной сон. Ты можешь помочь ей? Кого ты трансформируешься, Карл? Ух ты, здорово! В песочный грузовик! Вот это да! Волшебный песок! Ух ты! Подушка! Давай-ка поедем и уложим детишек спать. Можешь отдохнуть, Лили. Супергрузовик приехал тебе на помощь. Малыши очень рады тебя видеть, супергрузовик. Супергрузовик прав. Если вы хотите поехать на экскурсию, вам нужно немного поспать. Ух ты, мягкие подушки! Ух ты!
Невероятно! Ты укачиваешь их! Ты сделал это, супергрузовик! Они спят! Спасибо тебе за твою помощь, супергрузовик! Счастливой дороги, малыши! До новых встреч, друзья! Супергрузовик! Приветик, Том! Похоже, ты занят. Ты делаешь цветные плакаты для ежегодной ярмарки автомобильного города? Здорово! Кажется, они почти готовы. О, нет! У тебя еще много нераскрашенных плакатов, а ярмарка откроется через несколько часов. А вот и скорая помощь Эмбер. Том, Эмбер хочет знать, сделал ли ты плакат с красным крестом для медпункта ярмарки? Вообще-то, Эмбер, Тому еще нужно раскрасить все плакаты из вон той большой стопки. Ты права, Эмбер, пора звать супергрузовика на помощь. Карл, эвакуатору Тому нужна твоя помощь. Ежегодная ярмарка автомобильного города начнется сегодня. Но Тому еще нужно раскрасить целую стопку плакатов. Ты нашел нужный контейнер? Ты собираешься трансформироваться в резервуар с аэрозольной краской? Потрясающе! Большой баллончик краски! Вот куда нужно нажимать, чтобы стрелять краской. Смотри-ка, сработало. Пора отправляться в малярную мастерскую Тома. Бедняга Том выглядит усталым. Хорошая новость! Супергрузовик уже в пути! Это он приехал! Том, ты не мог бы разложить все плакаты на полу, пока супергрузовик разворачивается? На старт! Внимание! Красим! А теперь воспользуемся трафаретами.
невероятно! Все готово! Погодите, а что насчет плаката для Эмбер и ее медицинского пункта? Ты сделал его, пока супергрузовик раскрашивал остальные плакаты? Молодец, что не забыл, Том. О, ты прав. Ярмарка вот-вот начнется. Вам стоит поскорее отвезти эти плакаты. Спасибо за твою помощь, супергрузовик. Ярмарка будет очень красочной. Все благодаря тебе. Трансформер Карл. Эй, Петра, что случилось? Похоже, ты попала в аварию. Да, печально. Хорошо, что ты не слишком сильно пострадала. Однако тебе все равно нужна помощь. Эвакуатор Том уже выехал и скоро будет здесь. Смотри, Петра. А вот и Том. Том, можешь отбуксировать Петру? Что такое, Том? Думаешь, Петра слишком тяжелая из-за коробок в ее кузове? Не волнуйся, Петра, у меня есть идея. Побудь здесь, а я позову супергрузовика тебе на помощь. Привет, Карл. Ты нам нужен. Петра, пикап попала в аварию. Нужно отвезти ее домой. Поможешь? Хорошо, тогда в путь. Итак, в какое транспортное средство ты будешь трансформироваться сегодня? Конечно, эвакуатор будет самым лучшим решением. Время трансформироваться, Карл! Отлично! А теперь давай найдем Петру. Сюда, супергрузовик. Петра, смотри, супергрузовик приехал. Том, супергрузовик поможет Петре. Спасибо, что попытался выручить ее. Супергрузовик, давай же отвезем Петру домой. Да, нужно погрузить ее на платформу.
Аккуратней. Отлично, супергрузовик. Направляемся к дому Петры. Здесь направо. Да. Ну вот мы и приехали. Давай теперь спустим Петру на дорогу. Внимательно. Прекрасно, супергрузовик. Да, ты хорошо помог сегодня, супергрузовик. Благодарим тебя. До встречи, Петра. Удачи. Пора возвращаться домой. Скоро увидимся снова, друзья. Автопатруль. Автомобильный город сегодня в надежных руках. Ведь Мэтт и Фрэнк патрулируют улицы. Никто не смеет хулиганить, когда эти ребята поблизости. Кажется, Мэтт заметил что-то подозрительное. Подожди, это не преступник, это эвакуатор Том. Но что он ищет там в конце улицы? О нет! Кто-то украл целую партию новых колес из гаража Тома. Не волнуйся, Том. Ребята из автопатруля собираются найти вора и вернуть тебе колеса. Что это там? Похоже на гору покрышек. Но нет, это всего лишь гора коробок. Что это ты заметил, Фрэнк? Следы шин, которые мог оставить кто-то, кто двигался очень быстро, как вор. Смотрите, ребята, у этого грузовика очень много покрышек в кузове. Должно быть, это наш вор. Погоня началась! Быстрее, быстрее! Он уезжает! Что Фрэнк делает? Вор уехал далеко вперед. Ты догоняешь его, Мэтт? Не останавливайся! О нет, этот хитрый грузовик улизнул. Но почему Мэтт выглядит таким довольным? Это Фрэнк! Должно быть, он догадался, что вор улизнет именно так. Ага, вот так, Сонни Джим, тебя поймали!
И единственное место, куда ты теперь поедешь, это полицейский участок. Вау, ребята, вот это погоня! Как здорово, что вы догадались, куда грузовик попытается уехать, и заблокировали ему дорогу. Том, наверное, будет очень доволен. Кстати, о Томе, а вот и он. Все в порядке, Том. Наш воришка никуда уже не уедет. Мэтт и Фрэнк возвращают тебе твои покрышки. И можешь быть уверен, теперь все под контролем на дорогах автомобильного города. Отличная работа, друзья! Скоро увидимся снова. Поезд по имени Трой. Привет, Трой! Какой прекрасный день для поездки в железнодорожный город! О, нет, Трой! Тина вот-вот упадет! Тони едет слишком быстро! Может быть, Тедди поможет тебе поймать Тони? Привет, Тедди! Трою нужно ездить очень-очень быстро, чтобы он смог поймать Тони и помочь Тине. Она вот-вот упадет с платформы. Как здорово, Трой! Тедди превратил тебя в гоночный поезд! Отличная идея, Тедди. Дополнительное топливо может пригодиться. Пора приниматься за работу, Трой. Еще увидимся, Тедди. А вот и он. Вперед, Трой, давай! Включай реактивную скорость. Ух ты, эти реакторы очень мощные. Ты приближаешься. О нет, ты замедляешься.
Должно быть, топливо заканчивается. Что же делать? Отличная идея, Трой. Дополнительное топливо, что дал тебе Тедди, поможет тебе снова ехать быстро. Вперед! Тони! Остановись, Тони! О боже, он нас не слышит! Не волнуйся, Трой приехал спасти тебя, Тина! Ого! Не переживай, Тина, Трой не даст тебе упасть. Мы рады, что ты в порядке, Тина. Пока, Трой, молодчина. До новых встреч. Увидимся, Тина. До свидания, Тедди. Спасибо тебе за помощь.